Да? бутылку Сейчас едем, да? Куда? Мы уже в Новодеревянковскую, да, едем? Ну, короче, мы через Ясенку решили поехать, чтобы выехать сразу на Камышеватское кольцо, чтобы там по Ейску не блукать. И мне хочется сфотографироваться на поле. Потом. Вы как? Когда потом? Потом. Потом. Давайте сейчас. Потом. Короче, едем. Никто не хочет. Едем, а тут даже нет пробок по этой трассе. Тут просто едем и едем. Встретили две машинки. Еще одна впереди, да. Красота. И мы одни, никого. И вот еще красивое поле. Желтенькое. У нас тут небольшой перекус, заехали, по-моему, это Новодеревянковская, ага. Магнит, ну, короче, в центре, тут у них парк, главное, что есть магнит, да? Детям купила йогурт, закрыть, так это не туда, гляш, он сделал, ешь быстро. Мы уже все в Камышеватке, вот сейчас 2:40, купили воды питьевой и едем. Дети уже ждут, не дождутся. Где наши дети? Не в том смысле. Море. Море либо. Хотите? Подожди. Жарко. 36, но здесь ветер, да? У нас дома такого не было, как-то ветра. Это хорошечно. Вот уже газовые трубы, желтенькие, покрашенные, уже подвешенные, да, на веревочках, на цепях, но, наверное, высохнут же, да? И будут их это. Или развилки прям. Да, прям классно. Ну, газ будет. Видно, что закрыто, значит, газ уже вот здесь уже пошел. Бабушка Тая нас встречает. Выходите. Мальчишки, выходите. Так, покажи свою татуировку. Это что такое? Это синяя Ася, мама. Так, подними бумажку, пожалуйста, синий ты мой. Бабуля, здрасте! Пришли звать Антона, только кнопка нас встречает. Встретились, встретились, братья. Привет, мой хороший! Чтоб держать, сынуль. Или ты будешь держать? Вот тут-то достойно дорожки, только крепенько держи, хорошо? Волны! Видишь, футболку снимай. Так ты не сгоришь, уже вечер. Видишь, уже даже солнце садится. Иди сюда. Бабуля побежала. Ты будешь купаться, сынок? Ну что, мы переехали на другое место. Как всегда, возле трактора. Вон он стоит. Вот он, трактор. И тут хорошее дно все-таки. Первый раз мы остановились, дно было не очень. Вода очень теплая. Накупались. Афоня, правда, испугался, не купался, но мы купались. И мы счастливы. А. Вода какая-то. Да. Мам, она как мне палец на ноге. Раз. В общем, вода супер. И волн тут прям меньше. Ну, они есть, но поменьше, чем в начале. Прям много людей сейчас. В палаточках, так круто, да? Угу. Море супер. Все, мы уже домой приехали, сейчас будем шашлык из перепелок жарить. Сначала вот сейчас овощи запечем. Ой, а тут цветы какие красивые. Вот это вообще какая распустилась. И петунья тоже. Ну, сейчас 26 у нас в машине показывают, да? Мама! Ну, сейчас хорошо. Смотри, как прорывает, Антоха говорит. Прорывает. Вот. Да. Кто у нас сегодня за главного Афоня? Я! Пьешь, пьешь. Это я! Афоня, ты не пьешь. Хорошо.